О, да! О, да, я как их увидел, я понял, я хочу носочки с Гедемином, с башней Гедемина. Это круто. Сейчас мы вам покажем самое классное, по нашему мнению, место в Клайпеде. Безумно красивое. Мы сюда постоянно приезжаем, когда едем в Клайпеду. Наверное, раз 10-15 были. Это просто неповторимое место, ни с чем не похожее. Ни с кого мы спрашивали, ни в одной стране такого нету. И даже это, наверное, место входит в топ по всей Литве для нас. Самое сложное – это сюда опускаться и подниматься. Но, кстати, это место достаточно секретное. Мы когда даже узнавали у литовцев, никто не знал, как опускаться сюда. В общем, вот смотровой площадке, чуть по лесу проходите, и тут спуск такой. И очень классно по нему спускаться. И обычно тут людей вообще нету. Вот, собственно, вот это самое наше любимое место в Клайпеде. Да. Это с одной стороны лес, обрыв, а с другой стороны море. Очень и клево. Кого мы только не спрашивали, нигде ни в одной стране нет, чтобы лес был. Да. И сразу через несколько метров море. И еще такой обрыв красивый, тут фотки просто потрясающие делать. Вот, сейчас у нас идет фотосъемка. И дальше, в общем, еще вам покажем интересные места. Мы постоянно хотели тут встретить закат, потому что он очень красивый. Но постоянно не получается. Вот сейчас мы съемку тут сделали. Она, кстати, еще продолжается. И мы едем сейчас в Палангу, чтобы там закат встретить. И там поснимать. Опять не получается. Ребята, если вообще вам интересно посмотреть, где мы еще путешествуем по Литве, и посмотреть наши съемки, как мы фотографируем, то ссылочка в описании в Инстаграме. Мы туда больше всего выкладываем. Мы сейчас очень много путешествуем по Литве, но обработать видео полноценно не успеваем. Вот. Так что, если вы хотите маленькие кусочки смотреть, природу литовскую, места литовские всякие, вот такой, если вам такой интересный, фотография, в общем, ссылочка в описании, посмотрите, будем рады. Завтра у нас будет типа свой день, и мы полностью отключим всю технику, телефоны, компьютерный, интернет, и весь день проведем вместе, без техники, без ничего. Мы такого еще ни разу не делали, но достаточно должно быть прикольно. Потому что мы постоянно работаем, компьютер, интернет. Без интернета вообще не жизнь. А сейчас отключимся и посмотрим, как будет. Ну, реально изумительно. Не знаю, ребят, напишите в комментариях, если где еще в какой-то стране есть вот такой густой лес и сразу пляж. Напишите. Закат через минут 40. До Паланги минут 20. Сейчас бежим немножко. Должны успеть. Солнце скоро садится, нам пришлось пораньше выйти, но тут есть белый песок. Это, в общем, нас полностью устраивает. Так что побежали снимать, пока еще есть солнышко. Мы успели! Песок супер, пляж супер, погода супер, людей не так много. Продолжаем снимать. Когда идешь в лес, вот этот, который у пляжа, холодно. Мы кофточки взяли сверху. На пляж заходишь, жарко. Ну, в общем, такая погодка. Надеемся, завтра тоже будет классно. Очень прикольно. Мы такие странные, я на видео. Леша очень давно не снимал видео, я отвыкла от того. Потому что Леша обычный, это обычный Леша. Обычный. А когда включается камера, йоу, ребята, привет! И я такая же, когда я снимаю в Инстаграм сторис, и я Таня, а когда я снимаю сторис, а, ребята, привет! Так странно. И самое интересное, что ты это не замечаешь, что не специально это делаешь. Да. Я не знаю. Камера включается, уже все, уже сразу энергетика. Уже как-то вселенная. Сейчас. Да, уже сейчас. И мы ехали 4 часа. Интернета не было, электричества не было. Мы такие все пришли в отель, камеру включили. Силы откуда-то взялись, не понимаю. Боже, как я поэтому скучал. У нас такой перерыв был. Вот.